Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя безумные мутанты. Так, у меня почти 2 миллиона мутагена, я могу кого-то прокачать. И это будет, скорее всего, сплинтер. Я хочу до 160 уровня его качнуть. Ну, конечно, сейчас не получится, но 2 уровня мы все-таки ему подняли. Окей. Так, теперь что у нас? Давай-ка зайдем сюда. Ага. Слушай-ка, мы с тобой получим двухзвездочного персонажа и трехзвездочного. Ну, давай посмотрим, кто у нас здесь будет. И это сплинтер, это хорошо, кстати. Мощь нужно ему прокачивать. А вот кто... Что такое? Что? Подожди. Вот что мне надо. Ну, это Бакстер-муха. Этому я абсолютно не рад. Потому что муху я не качаю. Ну что же, ух ты, у нас тут что-то выполнено в ивентах. А ну-ка давай посмотрим. Ага, понял. Так, давай зайдем в приключения. И тут у нас, да, друзья мои, я прокачал магазин до 40 уровня. Забираем награды. Так, что такое? Ух ты, спасибо большое. Так, я поднял уровень персонажу. За это тоже мы получаем награды. Давай здесь заберем. Отлично. Просто великолепно. Лаборатория 50 уровня, да? Так, металл, да? Выработка металла. Тоже мы прокачали до 60 уровня. Генератор. Чего там? 50 тысяч металла. Видимо, мы сделали. Так, лаборатория тоже прокачанная. Слушай, ну мы тут неплохо сейчас с тобой заработали. И здесь забираем награду. Давай дальше. Сезон 5, эпизод 2. Вау. Так, друзья мои. Ух ты, а это случайно не Макман ли у нас, а? Ты смотри, Макман дерется против крысиного короля. Кстати, а почему они в игру его сюда не ввели, а? Ведь это же Макман. По-моему, это именно он. Так, ну что же, и мы почему-то спасаем, помогаем даже этому крысиному королю. Очень интересно. Это кто у нас там? Крыса летит. А, это сплинтер, скорее всего. Так, забираем здесь с тобой награды. За повышение нашего уровня. Всего-то 100 зеленых кубков. Это, конечно, мало, ребят. Так, реворд. Заберем сразу же с тобой. Так, мне нужно прокачать наших персонажей. Иначе, ребята, я не смогу победить босса. Так, Эйприл. Ну, Эйприл я, кстати, собираюсь прокачивать. Не знаю, правда, когда мы приступим к этому делу. Так, подожди-ка, давай-ка я, наверное, Рокстеди все-таки улучшу. Вот таким вот образом. А может быть, даже и на Шреддера хватит. Но я лучше, наверное, Бибопчика нашего. Потому что он тоже неплохо нам помогает. Бросает эту гранату. Даже на Шреддера хватило. Отлично. И Рафаэль. Даже на него что-то хватает. Ладно, оденем. Так, ну что, друзья мои. Попытка не пытка. Попробуем все-таки с тобой пройти. Кстати, нам нужно прокачать 4 героев до 160 уровня. То есть мне не хватает чуть-чуть буквально прокачать сплинтера. Ну а вот и сам слэш-босс, которого я, ребята, не могу пока пройти. Ты посмотри, насколько у них больше мощи, чем у меня. В 2 раза. Ну что же. Давай-ка мы, наверное, Рафаэля уберем, а Донателло здесь поставим. И сплинтера, наверное, вот сюда переместим. Так, у нас скорость большая, поэтому поставим первую. И будем за этим процессом наблюдать, что у нас тут получится. Так, там, походу, дело Маузер, да, сейчас? Погибнет. Если погибнет. Так, неплохо Рокстеди делает. Блин, минус Донни, скорее всего, да, ребят? Сейчас Донателло нам уничтожит. Слушай-ка, а по-моему, мы неплохо идем. Так, остается кто у нас тут? Гранитор? Тока? А, все, ребята. У нас... Двоих персонажей уже уничтожили. Сейчас еще Шреддера, наверное, завалят. Если мы успеем гранитора забомбить, это будет уже неплохо. Так. Ах ты, елки-палки. У нас, ребята, остался лишь
Бибоп и Рокстеди. Вряд ли они, конечно, тут вдвоем справятся. Это нереально. Рокстеди, конечно, здесь у меня завалят. Блин, этот Тока, он достал. Серьезно тебе говорю. Смотри, что-то он там делает. Я не знаю, ребята, что у него за скилл. Он какие-то волны вокруг себя делает. Видимо, он стакает броню. Как видишь, у меня ничего здесь не получилось. Так, но мне дали бонус. И это хорошо. Так, ну я получил 778 тысяч мутагена. Ну что я могу сделать? Прокачать сплинтера вряд ли у меня получится. Ага, забираем награду, это хорошо. Так, что-то у нас тут есть, какая-то возможность. Неужели можем поднять ему левел? Так, у него 155-й. Но если мы с тобой будем получать бонусы через каждый бой, то, возможно, мы его прокачаем с тобой. Так, Донни, мы можем тебе экипировку надеть улучшенную, окей. Так, и здесь опять что-то мы с тобой сделали. Давай посмотрим. Наверное, опять какие-нибудь награды. Ага, 100 синих кубков. Отлично. Ну что, друзья мои, попытка не пытка, нам придется как-то пыхтеть, стараться, но мы должны пройти слэша сегодня. Кровь из носа. Ну вот как это сделать? Может быть, Чингиза взять? А давай попробуем вместо сплинтера. Что-то мне подсказывает, сейчас мы вообще в сухую здесь влетим. Но попытаться все-таки стоит. Блин, вот видишь, этот дементор тут начинает бомбить. Да, ребята, Донателло практически уже труп. Как они жестко тут бомбят по нам. Ну ты посмотри, а. Рокстеди, спасибо тебе большое, что ты уничтожил Маузера. Так, а Чингиз-то тут, в принципе, неплохо, ребята, себя проявляет. Ты посмотри, но у него очень маленький урон. Я даже немножко удивлен, что Чингиз выжил и Рокстеди. Гранитор сейчас погибнет. Ага, все, я понял, ребята. Опять дементор, он все-таки издалека бомбит очень люто. Не знаю, Чингиз вроде бы как хорош, но видишь, никакого эффекта это не дает. Надо что-то, ребята, думать другое. Если мы уберем Чингиза. Понимаешь, я когда убираю крысу, у меня очень сильно падает мощь. Может быть, здесь сделать, как бы тебе сказать, перестановку вот такую. Тут все зависит от того, на кого побегут мои персонажи, понимаешь? Вот если бы они бежали бы на Демета, почему вот он стоит сзади и стреляет? Вот этого я никак не могу понять. Мои почему-то бегут сразу же вперед, сломя голову. Нет, я, конечно, могу, знаешь, кого сюда поставить. Но она слабенькая. Вот, Бибопчика уже завалили, как ты видишь. Этот Маузер еще мешается. Очень сильно мешает нам. Сейчас и Шреддер погибнет. Шреддер воюет как раз вместе с Токой. Против него, точнее. Слушай, смотри, он практически, ребята, его забомбил. Но опять же, если мы одного уничтожаем, то у нас тоже обязательно кто-то погибает. Да. Тут очень тяжело, ребят. Тут очень тяжело, и у меня не хватает мощей пробить его. В общем, ты понимаешь, да? И опять остается один Рокстеди. Значит, нам нужно немножко по-другому расставить команду. И сейчас я, знаешь, что хочу сделать? Поставить Ирму. Поставить Ирму вместо... вместо сплинтера, наверное. Попробуем, ребята. Вот так вот я сделаю. И посмотрю, Ирма. Да, Ирма тоже стоит сзади. В этом есть тоже небольшой плюс. Но Бибоп что-то наш тут вообще, ребята, быстро погибает. Ты заметь. Надо его, наверное, менять. Он самый первый погибает. Так, Ирма готовит суперудар. Неплохо она, конечно, впаяла, но и урон она тоже получила очень серьезный. Сейчас ее слэш, наверное, и забомбит, мне кажется. Или дементор, тут одно из двух. Видишь, он еще прыгает, как сайгак. Если бы мои ребята именно... Давай, Ирма. Красавица. Правда, она погибла. Так, смотри. Гранитор остается, да? И Тока. И Донателло. Это наш бравый пацан. Слушай, Донни как-то, ребят, тоже слишком слабенько бомбит.
Вот смотри, вот все вроде бы великолепно, все идет хорошо, но вот эти вот засранцы последние, которые выживают, они просто выносят моих. Так, ладно, бонус. Просто, если честно, мне кажется, друзья мои, что здесь слишком имбовая команда. Давай-ка мы попробуем с тобой убрать Бибопчика и поставить, например, Чингиза. Просто хочу глянуть, изменится ли что-нибудь. И если изменится, то в какую сторону, в лучшую или в худшую? Пока я смотрю, он получает люлей. Ну, допустим, его уже вынесли. Его, по-моему, Чингиза вынесли быстрее даже, чем Бибопа. Так, смотри, Ирма там бомбит. Слушай, ну она хорошо, да, ребят, заливает своими вот этими электрическими шарами. И вот сразу же слэш переключается на нее. Сейчас он ее уничтожит. Почему у меня нет такого персонажа, который мог бы просто залететь в их вражескую вот эту вот зону, где стоит Дементор, и просто там всех порвать? Почему он такого не делает? Донателло, я не знаю, ребят, может быть, тоже его заменить. Вот смотри, вот все хорошо идет, вот просто идеально, ребят. Практически, практически бомбанули, и Дементор все равно здесь, гаденыш, выжил. Ну ты сам это видишь прекрасно, и он сейчас расстреляет издалека. Потому что мой занимается слэшем в этот момент. Ну что ты там, куда... Ой, начал там стрелять, короче, начал ерундой заниматься. Так, ну нам бонусы дают, и сегодня очень много, уже три. Так, ну что, 778 тысяч мутагена мы получаем. А ведь 100% кого-то можем прокачать, я больше чем уверен. Еще поднять один уровень. Тут, ребята, серьезно говорю, каждый уровень на счету. Так, подожди-ка. Заберем награды. Давай, 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 бесплатно я всегда, ребята, с удовольствием принимаю. Так, 194 тысячи мутагена. Прокачка. Блин, может быть, опять Рокса не прокачать, а? Ну, сплинтера нужно, а у него не хватает, да? А нет, могу. Могу, ребята. Блин, еще три уровня. Три. Немало, да, на самом деле? Ирма, может быть, тебя как-то, я не знаю, усилить? 134 уровень. Был бы хотя бы 150-й. Возможно, от этого был бы толк. Но мне уже, понимаешь, мне уже некогда, ребят, тут заниматься вот этими прокачками. Кстати, мы же с тобой можем бонусы получить. За что? Во-первых, мы с тобой не прошли 5 PvP боев. Плюс мы с тобой не повоевали на 6-м канале. Поэтому давай-ка мы с тобой здесь попробуем пробиться. Во-первых, я, ребята, буду здесь ставить 4-ю скорость. Для того, чтобы все быстренько здесь пройти. Ты что, не понимаешь вот в такой вот каше? Я лично ничего не понимаю, и, по-моему, мы здесь проигрываем. Хотя Леонардо, скорее всего, сейчас погибнет. Да. Лео отдуплился, по-моему. Так, а у нас уже минус 2 бойца. Нет, здесь мы проиграем. Кстати, ребят, вот он, Фрости. Он у меня уже открыт, но, правда, у него всего 2 звезды. То есть, как ты можешь понимать, от него толку никакого. Да, и тут мы сфейлились. Опять бонус. Ну что ж, давай тогда с тобой будем открывать бонусы. Может быть, действительно у нас что-нибудь получится. Так, давай-ка быстренько пробежимся. Тут, кстати, можно взять Току. Если смотреть, ребята, на его мощь, то она все равно слабее. Но мы можем сделать, знаете что? Вот так, наверное, попробовать. Просто хотя бы посмотреть. Вот когда ты играешь, да, за Току, он кажется таким слабым. Так, ну-ка, Шреддер по Донателлу зарядил, отлично. Так, мы, по-моему, опять проигрываем, я смотрю по нашим хпшкам. Так, если бы Донателло, конечно, мы покромсали, было бы неплохо. Так, у нас Шреддер погиб, да? Бибоп уже отдуплился, ребят. Ты посмотри, что, оглушение, что они только не делают. Кстати, вот Майки хорош, ребята, знаете в чем? Тем, что он когда... врывается в толпу, да? Он делает оглушение. Вот этим он хорош. Так, ну что, два боя и все, как говорится, у нас в минус пошли. Так что от Токи здесь, как ты понимаешь, толку нет. Возвращаем обратно нашего сплинтера. Единственное, что мы, наверное, сделаем вот так и вот так. Поехали. Сейчас мы посмотрим.
Вот смотри, Леонардо получает звездюлей только Шорох. Но почему же он, гаденыш, выживает, а? Я имею в виду вражеский Лео. Так. Ну, в принципе, Шреддер правильно делает, что валит Эйприл. Она тоже еще та пакость. Она, по-моему, насколько я понимаю, бафает свой отряд. Мы уже потеряли, кстати, Сплинтера. Сейчас, наверное, потеряем Донни, потом Шреддера. Да, Шреддера потеряли. Твою же дивизию. Нет, нас тут раскручивают как хотят. Посмотри. Мы Шреддера убрали. Кстати, подожди-ка. Может быть, да, ребят, мы здесь победим? Ток остался один. Бибоп, ты красавчик. Выжил последним. Ну что же, хотя бы так. У нас еще с тобой, получается, сколько? Два поединка, да? Просто посмотри на мощь. 70 тысяч против 50. На 20 тысяч вражеской командой, ребята, меня переплевывает. Ну, мы не привыкли сдаваться. Давай, наверное, скорость поставим двоечку, чтобы чуть-чуть побыстрее было. Потому что это все равно не наши основные бои. Это так, проходящие. Ох ты, Сплинтера вражеского убрали, прикинь. Значит, они сейчас будут рассыпаться. Сейчас мы, по-моему, Току здесь будем добивать. А ну-ка, да, минус Тока. Теперь все переключаются на Рея. По крайней мере, Сплинтер. Да, Шреддер полетел почему-то. На кого он там перепрыгнул-то? На... По-моему, там был либо Донателло, либо Микеланджело, кого-то из них. Здесь опять мы побеждаем. Вот что я тебе скажу. И это круто. Плюс бонус. Давай двигаться дальше. Так, остается еще один бой. Окей. Так, ну здесь ты видишь, да, уже 72 тысячи. Было 70, а уже 72. Так, и тут у них Шреддер, Рафаэль, Донни. Команда похожа на мою, за исключением того, что у меня Сплинтер, да, а у него Эйприл. У меня Рокстеди, а у него Рафаэль. Ну что ж, посмотрим. Я смотрю в первую очередь, ребята, за ХП. Я вижу, что у меня страдает очень сильно два персонажа. Это Донни и Бибоп. Да и Шреддер, в принципе, тоже. Шреддер, наверное, даже больше страдает. Ух, ё! Как они всех четверых одним залпом, ребят, не знаю. Один рук среди красавчик держится до последнего. Мне кажется, нам нужно менять полностью, кардинально нашу команду. Ребята, если у вас есть какие-то рекомендации, то обязательно к ним прислушаюсь. Так, ладно, мы с тобой забираем здесь награду. Подожди-ка. Тут-то что у нас? Левел можно поднять. Подожди-ка, а награду? Вот она. Так, и побежим с тобой, знаешь, куда еще? На шестой канал сбегаем. Все это делается только ради, как говорится, бонусов. Ну и ради кубков, ребят, естественно. Так, 2,5 миллиона мутагена. Так, нам нужно прокачать воркшоп теперь до 45 уровня. Понимаешь? Воркшоп, это вот этот вот. А мне хотелось бы получать мутагена больше. Ладно. Всего лишь один уровень поднял, обалдеть. Так, ну где у нас там шестой канал? Давай быстренько тоже пробежимся здесь. Здесь у нас, по крайней мере, все легко будет. Должно быть легко, ребят. Слушай, мне сейчас показалось, или там можно было еще добавить в отряд? Сейчас, погоди секунду. Выиграем этот бой, и я посмотрю. Что-то мне показалось. Или там просто их можно расставить по-другому немножко. Ну-ка. Видишь у нас? А, я просто могу переставить. Да. Можно их вот так вот. Ну-ка, Сплинтер, подожди. Иди-ка вот сюда вот встань. Давай вот так посмотрим. Ну, ты видишь, да? У нас тут мощей у команды, у нашей, в разы больше, поэтому мы их разбираем здесь вообще на изи. Практически без проблем. Шутя. Да, вообще без каких-либо, ребят, проблем.
минус Рафаэль, и все, и победа за нами. Ну что же, мы забираем с тобой награды. Так, выходим отсюда. И идем вот даже не сюда, а вот сюда вначале. Так, награда 350 зеленых кубков. Так, бесплатно открываем сундук, получаем еще 100 кубков, итого у нас 1500. Ну давай возьмем, откроем, посмотрим, кто нам выпадет. Да чтоб тебе, опять муха, друзья мои. Опять эта навозная муха лезет. Так, спасибочки. У меня 145 монет. Я могу что-нибудь вообще себе позволить за 145 монет приобрести? По-моему, я могу только посмотреть и облизнуться. Тут 500 монет. 500. А тут 2500 скраба нужно, да? Металлолома. Ладно. А по прокачке? По прокачке. Если, например, качать Ирму. Слушай, можно выбиться даже неплохо. 140-й левел. Слушай-ка, 140-й уровень тоже неплохо. Так, Шредеру немножко, да, подкинули. Подожди-ка, а что тут у нас? А, Чингис, ну Чингиза я не буду, ребят, пока прокачивать. Ну что, попробуем? Только Чингиза я, наверное, уберу все-таки. Ирму я оставлю, Чингиза уберу и поставлю, наверное, Бибопа. Или лучше... Нет, все-таки Бибопчика. Поехали. Так, подожди, подожди, тут нужна первая скорость, я хочу смотреть. Видишь, постоянно на него нападает, ребят. Бибопчик мой постоянно в зоне риска находится. О, и Шредер. Да кто ж... И Ирму, все, тут крах полнейший. Хотя сколько у них осталось, ребята? У них тоже, кстати, не очень много. Ну как не очень много? Четверо их тут осталось. То есть мы всего одного бойца у них убили. Да. Я вот, например, до сих пор не понимаю, как мы будем с тобой. Даже если мы справимся с вояками с этими, как мы будем потом бомбить слэша? Ну вот ты можешь представить, как его уничтожать? Я в упор, ребята, этого не представляю. Да, закромсали они тут, конечно, быстро. Ладно. Раз Ирму так очень быстро раскурочили, давай тогда от нее откажемся. Я уже не знаю, как тут выставить-то лучше. Давай вот так попробуем. А сейчас у нас Сплинтер, да, побежал в очаг. И ребята сейчас получат. Успевает он, конечно, стакнуть броню. Так, подожди, подожди, подожди. Блин, уже кого-то там, ребята, мы уничтожили, по-моему, да? Молодец. Сплинтер стакает. Так, Донни тоже бросает, ребята, броню. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, родные. Вот тут Тока и Гранитор. Минус Тока, отлично. Так, теперь Гранитора. Дементора берите. Дементора берите в расход, ребята, в расход его. Да куда ты бьешь? Лучше бы ты, блин, в этого хлыща бомбил. Слушай, возможно, ребята, возможно, я не хочу сглазить, но, может быть, мы сейчас победим. Так, Рокстеди там его бомбит, таранит. Шредер, отличный сейчас удар был. Донни, бросай свою бомбочку, она делает броню нам. Смотри, 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 что мы делаем, ребята. Великолепно идем, лишь бы не кританул этот чудик. Ну, не подведите меня, бойцы мои невидимого фронта. По-моему, друзья мои, слышу крышка. По-моему, ему кобздарики на воздушном шарике. Он хочет сделать удар, но мы ему просто не даем, все. Друзья мои, не зря я тут пыхтел. Я уже думал, уже хотел заканчивать серию, думаю, не буду выкладывать, не получается ничего. Но, как видишь, все отлично у нас вышло. Прошли мы с тобой босса, и сейчас у нас будут обычные бои. Так, ну здесь я тебе сразу скажу, хоть у них и мощей очень много, но два кланфутовца. Трега, конечно, надо бы вальнуть. Тут, короче, два брата, Трег и Гранитор, плюс Муха. Я думаю, это нам под силу. Хотя Трек будет сейчас, естественно, стакать броню. Если, конечно, успеет. А Муха, естественно, будет ставить. Без этого никак. Хотя, если Рокстеди сейчас займется Мухой вплотную. Так, стоп, 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 стоп. Не надо тут броню стакать. Посмотри, а.
Сплинтер молодец, тоже красавчик. Но он все-таки у нас меньше накидывает брони, чем та же самая муха. Или трек. Муха вообще не накидывает броню. Ну мы его сейчас трек это уничтожим, смотри. Смотри, что происходит. Ты дичь. Все. Да-да-да-да-да. Минус муха и остается гранитор. Да и того мы успели забомбить. Вот это да, ребят. Слушай, а кто у нас там будет боссом? Блин, я хотел посмотреть. Так, что у нас здесь? Ант плюс опять Дементор. Ну, Рокзар это фигня. Вот, блин, тут сильная команда, ребят. Тут сильная команда. 40 тысяч разница у нас по мощам. Давай посмотрим, что получится. Хорошо, что Донни стал он с Дементором драться. Это классно. Это классно. Я знаю, что здесь самый слабый, по-моему, у нас получается Рокзар. Его можно, в принципе, быстро уничтожить. А, не получится быстро, потому что, конечно же, трек, ребята, он, видите, что получается у нас. Трек, он же стакает броню. Все из-за этого. Антракс тут у нас еще мешается. А этот Дементор из-под тишка лезет, ты посмотри. Просто, друзья мои, из-под тишка. Тут мы фейлимся. К сожалению, конечно, у нас неплохо получается, но все равно забомбили. Я удивлен, что Сплинтер до последнего тут жил. Слушай, давай-ка мы с тобой немножко поменяем расстановку нашего отряда. Я вот так вот сделаю. Раз и два. Поехали. Рокзар, естественно, делает сразу свой вот этот вот прыжок в гущу, но он лишь с Рокси решил потягаться силами. Так, Сплинтер красавчик. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, ну пока терпимо, друзья мои, пока все терпимо. Вот, муха сейчас, ребята, отдуплится. Естественно, стана уже мы не получим. Сейчас, по-моему, мы с тобой и трега здесь бомбанем. Смотри, Шреддер за него взялся, хорошенько убил его. Так, и остается Антракс вместе с Дементором. И Дементор тоже получает от Шреддера. Шреддер просто сегодня в ударе, ребята. Молодец, красавчик. Просто красавчик. Свой вот этот удар великолепный. Никогда не пропускает. И, как видишь, он приносит нам победу очередную. Так, дай-ка я просто гляну, кто у нас здесь будет боссом. Неужели опять слэш? Ёпарасоте, ребята, опять слэш будет. Через два боя. Мы с этим-то слэшем еле справились, а? Ну, здесь легко будет. Здесь, вот, смотри. Маузер плюс два кланфутовца. Но они, смотри, они вдвоем очень даже неплохо разбирают моего Рокстеди. Давай, молодец, Бибопчик. Помогаешь корешу своему Рокстеди. Шреддер, как всегда, в ударе. Но он стакает броню. Именно трек, я имею. Смотри. Хоба. Так, Сплинтер успевает застакать броньку. Причем броню он стакает только на наших воинов. Понимаешь? Он не стакает броню на себя. Вот здесь большой, конечно, минус. Не понял, что это Рокзар? Как он умудрился выжить после удара Шреддера? Вроде брони у него не было. Все, крышка им тут. Красавцы. Как же я их обожаю, когда они побеждают. И очень злюсь, когда они проигрывают. Ты посмотри, в какой прогрессии у них растет мощь, ребята. Уже 92 тысячи. Это не перебор ли? Тем более, смотри, опять Тока здесь. Опять Рокзар, опять Трек. И этот Дементор. Тут, конечно, очень хорошо заходят именно массовые атаки, да. Вот эти вот всякие бомбочки, которые они бросают. У Шреддера, естественно, одиночная атака, но зато какая атака. Видел? Сразу кланфутовца в минус. Ой-ой-ой-ой, мне главное, чтобы Рокстеди не потерять. Донни тут страдает, бедолага. Ёлки-палки, прикинь, как они сделали. Они вынесли мне Рокстеди. Как будто знали, куда нужно бомбить. Давай, ребята, уничтожаем, уничтожаем Рокзара. Отлично. Так, теперь... А, нас тут двое осталось. Ну, по-моему, тут, ребята, у нас шансов уже не будет. Потому что Тока убивает Бибопа. Да, они разобрались. Тут им повезло. Но я переиграю. Да слышу, я все равно, ребят, дойду. А уж сможем ли победить его, я не знаю, ребят, будем смотреть. Давай так вот попробуем поставить. Сплинтер, вот зачем ты на Рокзара лезешь, а? Я и вот этого не понимаю. И вот было бы неплохо, если бы Рокстеди, когда делал свой пробег, он хотя бы оглушал противников.
Видишь, стакает броню. Насколько этот трек, этот каменный голем. Давай, Рокзарчика, Рокзарчика, ребята. Ну, у него там осталось чуть-чуть. Красавчик, Шреддер. Так, теперь что у нас тут остается? Блин, да дофига что остается. Если мы току даже забомбим каким-то чудом, не получится, скорее всего. Вот главный вражина. Нет, трек, конечно, тоже. Но подожди-ка. Может быть, сейчас исход совсем будет по-другому. У них же брони сейчас нету. Минус тока. И берем этого в разработку, ребята. Шреддер, блин, один-один. Конечно же, он проиграл, ребят. У него было очень мало жизни и не было брони. Но, как ты видел, есть шанс здесь победить. Чуть-чуть нам буквально не хватило. Сейчас попробуем. Ничего не стал менять, посмотрим просто исход. Так. Вот видишь, трек что делает. Трек вешает броню, ребят. И когда Шреддер делает свой супер удар, он снимает в первую очередь броню. А так бы бил по хпшкам. Не будь здесь трека. И спринтер уже опять у нас погиб. Я уже думаю, не взять ли нам с тобой сюда в отряд Ирму. Нет, ну тут вообще нас разобрали моментально. Что-то не то. Сыграли даже хуже, чем в первый раз. Вот кто виноват. Он еще помимо того, ребята, хиляет. По-моему, он вешает броню и делает отхил. Да нет, Шреддера заколбасили. И Донателло, соответственно, тоже. Хотя Донни дрался отвержен. Да, трек вешает броню и плюс хпшку восстанавливает. Сейчас попробуем с тобой сделать немножко по-другому. Я уберу отсюда Бибопчика и поставлю сюда Ирму. Просто хочу проверить. Так, Ирма, будь добра, пожалуйста. Ну давай, давай, давай. Блин, Донни теперь, ребят, погибнет сейчас. Уже развалился. Ирма, как ты долго копишь свой удар, а? Как бы и хорошо, с одной стороны, она бомбит. Ребят, ну очень долго она копит. Слушай, ну зато вот эти удары очень хорошо сносят врагов. Именно ее вот эти вот электрические шары, которые она запускает. Видишь? Сейчас, опа. Так, и кто остается? У нас тут ага, минус сплинтер уже. Смотри, 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 что делает. Блин, прикинь, одна Ирма осталась в живых, но, естественно, не запинали. Блин, да что ж такое-то? Может быть, сплинтера убрать? А если я сплинтера уберу, кого мне ставить? А вот так, если попробовать? Не знаю, ребята, чем это нам поможет. Чингиза, по-моему. Хотя, подожди, вроде бы. Ты видишь Чингиза? Я его что-то, ребят... А, вон он. Вон он стоит. Нет. Опять же, не вариант, ребят. И наносит он очень мало урона. К сожалению. Что этот клон футовец тут мешается, прикинь? Да, минус Донателло теперь. А мы только клон футовца убили. Даже Рокзара не подбили. Кто у них там остался-то? У них остался Дементор, Токка, а у нас только один Шреддер. Да что ж ты будешь делать? Ну чуть-чуть буквально не хватает. Если бы трек остался один, мы бы его заколбасили. Но он постоянно остается с кем-то. Постоянно остается с кем-то. А если я возьму Мондагека? Да мне кажется, его тут быстро расчехлят. Ну давай посмотрим. Он любитель там по спине бомбить из-под тишка, но у него урон опять же маленький. Где он? Я его не вижу, ребята. Я его потерял. Кого он бьет? И где он вообще находится? Вон он. Да, он начал Дементором заниматься. Да, он уже погиб. Нет, это не Варик. Этот только уже раздражает меня своими прыжками. Просто бесит.
Понимаешь, он меня бесит вообще невозможно как. Этот, я думал, что его уже нету, а он тут еще стоит. Его просто не видно было, ребят. Слушай, подожди-ка, а может быть... А вдруг? Смотри, 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 что получается. Так. Где этот дементор? Вон он. Так, мы стакнули себе немножечко брони. Вот, он начинает стакать тоже броню, этот трек. А, мы еще и току не подбили, вот только сейчас его уничтожили. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, трега! А, так у меня один Рокстеди только остался в живых. Ну, здесь он, конечно... Блин! Такая ситуация у нас уже была, когда Рокстеди остался один на один, и все равно мы здесь проиграли. Да. Ну, кожи голового нет смысла, ребята, брать. Может быть, Рафаэля, рывки? Может быть, рывки нас тут спасут? Хотя я почему-то сомневаюсь, что нас тут как-то рывки могут спасти. Хотя Рок, кстати, очень даже неплохо бьет рывки. И у него очень даже хорошо... Кому он там дал? В току вбомбил, да? Сплинтер минус уже, ребята. Уже минусанули сплинтера. Рафаэль красавчик. Пронзающий сделал. Шреддер с кем там стока дерется. Почему вот они бьют току? Почему они не бьют, блин? Дементор, я вот этого никак не могу врубиться, ребят. Хоть ты что здесь делаешь? Он не хочет с ним драться и все. Так, Рокзар минус. Погоди, погоди, погоди. Донни переключился на Дементора. Но его сейчас, по-моему, вырубят. Или не вырубят. У нас три, ребята, три персонажа. Два с рывками. О, нет. Опять у меня ни шишарики не вышло. Да что ж ты будешь делать, а? Я прям уже не знаю, что делать. Неужели возвращаться к старой своей команде? Вот к этой. Кожеголовый вот был бы, в принципе, неплох. Но у него 110 уровень. Слушай, а может быть, мы кого-то можем прокачать с собой, не? Не накопили мутагена достаточно. Хотя, вроде, есть. Только на Рафаэля. Серьезно. Ну, да, почти 500 тысяч мутагена. Этого мало, ребят. Что-то нужно нам придумать. Какую-то тактику. Хотя бы дойти до слэша. Так, вот так вот сделаем. Давай я поставлю... Может быть, вот так вот сделать? Попробуем. Видишь, в чем дело? Бибоп, он вдалеке очень хорошо бомбит. Но в ближнем бою он, конечно, вообще вата. И сплинтер почему-то броню вешает только на ближайшего бойца. Кто-то вдалеке стоит, он вообще его, ребят, даже не трогает никаким образом. Граната. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Вот, вот в... Блин, Шреддер моего основного дамагера уничтожили. И он стоит, посмотри, у Дементора сколько брони настакано, ребят. Опять 25, да? Опять у нас ничего не получается. Минус Рокзар, если бы сейчас току подбить. Опять нифига не получается, ребят. Опять нифига не получается. Даже если мы току с тобой подобьем, их тут все равно в большинстве. Да что ты будешь... Как быть? Блин, неужели Ирму брать, а? Брать вместо сплинтера Ирму на заднем... Давай попробуем. Я тебе говорю, ребят, все хорошо, но она очень долго заряжает. Очень долго делает свой заряд вот этот вот. Пытается, конечно, там накопить свои эти ударчики фаерболами. Вот-вот-вот, вжаривай. Блин, а Донни минус уже, да? А это единственный чувак, который мог стакать броню. И у нас опять ничего не получается. Дементор издалека бомбит. Шреддер не может пробить броню. Ирму сейчас распетрушат, как ты понимаешь, да? Все, она последняя осталась. А знаешь, почему она осталась последняя? Потому что она, как и Дементор, стояла в стороне. Только в отличие от Дементора, который носится по полю как сумасшедший, не знаю почему, Ирма стоит на месте. Она просто стоит на месте, ничего не делает. Может быть, Кейси взять? Кстати, вот у ребята у меня
Вот он, Фрусти. Ну, как ты понимаешь, он у меня вообще не прокачанный. Вообще. Может быть, айсдак взять? Мне кажется, это фигня полная, да? А давай попробуем. Ну, как говорится, чем черт не шутит, да? Так, уберем с тобой Фруст. Где он там? Вот. И давай вот так вот сделаем. Посмотрим. А вдруг повезет? Какие-то шары она тоже, ребята, видишь, бросает. Она тоже дальний получается. Но я хочу посмотреть, у нее супер удар какой. Если бы она хотя бы там... Вот, смотри, видишь что-то? У меня уже рук, кстати, погиб. Да, ребят, погиб. Что она... Вот что это... Вот что она сейчас сделает? Она станет, что ли? Она станет противником, или мне кажется? Мы уже потеряли Донателло. Нет. Этот вариант вообще нам не подходит. Да, она осталась последняя. Ее, естественно, сейчас... Что вот она делает? Если честно, я не понял. Она что-то там с посохом со своим делает. Вроде какой-то там циферблат появляется, но я не вижу никакого эффекта. Не, неким заменить супер шреддера, понимаешь? Ой, супер шреддера. О чем я уже думаю, ребята? Мне неким заменить сплинтера. Вот я убрал кожеголового, точнее поставил, и его сейчас распетрушат только лишь из-за того, что у него, ребята, очень мало здоровья. И его нестан прошел только на одного персонажа, это на кланфутовца. Да, Шреддер, как всегда, ребята, погибает. Вот как он погиб, а? Объясните мне, пожалуйста. Он прыгает по этой карте как сумасшедший. Какого фига они его подбивают? Как они умудряются это сделать? И вот этот тоже, конечно, хлыщ. Еще тот, со своей броней. По-моему, вот тут, ребята, я встрял конкретно уже. И, кстати, ты заметь, мне не дают бонусов. Вообще не дают. Да, я даже не знаю. Может быть, Лео? Лео. Какой Лео, ребят? Ох, господи, что же сделать? Как же сделать лучше-то, а? Ведь тогда же было неплохо. Оставались практически один на один, да, Рокстеди? Но, видишь, мы не справились, потому что там очень мало было здоровья. Ну, кланфутовец, понятно, погибнет в первую очередь. Это... Он самый ватный из всех. Сплинтер сейчас погибнет от руки Рокзара. И этот очень часто, ребята, стакает. Очень часто стакает свою броню. Я имею в виду трек. Ну давайте, давайте, давайте. Гранатка, все как полагается. Ток у этого бомбаните. Слушай, минус тока. Опа. Опачки. Слушай, подожди секунду. Подожди-ка секундочку. Да неужели? Да ну, я не верю глазам своим, ребят. Есть. Каким-то чудом. Но сейчас, по-моему, будет не легче. Потому что у нас слэш. С кем он здесь будет? Давай проверим. Зашибись. Они воткнули сюда муху, который стан делает. Антракса, который делает массовые атаки. Гранитор со своим гранатометом. И Рокзар. Молодцы. Эта команда еще сильнее, чем та, которая была в первый раз. Но давай все равно посмотрим. Тут зато нет Трега, который настакивал броню. Но зато здесь есть гранитор. Так, минус Рокзарчик. Так, а у нас минус Донни, я смотрю, да? Муху, муху, правильно, правильно, Шреддер. Муху Валиту. Она станет. Она занимается станом. Ай-яй-яй, сплинтер погиб. Шреддер, ну валит эту муху. Ну, гранитура, фиг с ним, пускай гранитор погибнет. Так, сколько нас? Трое. И сразу почему-то один остался. Как? Каким макаром он остался один, а? Антракс, прикинь, бегает с фул броней, с фул хп. Как? Как, черт подери, ребята, он себе настакал столько брони? Или мы его вообще не бомбили? А ну-ка попробуем. Так хорошо шли. Рокзара быстро так уничтожили, да? Муху почти расколбасили. И все равно проиграли.
Да что ты делаешь-то, Рэй? Зачем ты? Статистику нужна тебе на час? Ну? Вот, опять смотри, Рокзара быстро раскрочили. Вот, сейчас мы гранитура уложим. Молодцы. И вот смотри, они в меньшинстве. И начинает у нас сразу разборки. Смотри, Антракс с фул броней практически. Муху, 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 правильно. Есть, минус муха. Так, а вот нас теперь трое. Ты видел, сколько Шреддер нанес Антраксу? Да. Это что за имба, извините меня. Мы урон Антраксу вообще не наносим. Нет, ребята, здесь, по ходу дела, нужно подкачиваться. Ну, это вообще, это что такое-то? Мы вообще ему не наносим урона. Это что за имба такая тут стоит? Бедный мой Рокстеди. Да ему не справиться здесь с ними, со всеми. Ясен перец. Он, конечно, пытается, пыхтит, но... Нет. Не вариант. И бонусов почему-то не дают. Фу, друзья мои, я думаю, что, наверное, на этой ноте надо закончить эту серию. Так, наградушка тут у нас. Угу, металлолом, да, выпадает нам. Ну, мы обязательно с тобой продолжим уже в следующей серии. Получим 28 уровень, там бонусы. Так, доджи прокачать. До 50 уровня нужно еще доджа. А у меня какого она? 45-го. Угу. Ладно, попробуем. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!